А для этого хила есть место? Блин. Ну, я вчера, Глеб. У меня все без КД вообще. Сейчас, секундочку. Люди, у меня вопрос. А, протопалатину нужен Т4 или нет? Фулда сет Т4 или что? Бля. Ой, плюсанул. Кто дал? Твоя тогда в шипа есть, да есть у нас лишний хил. Мне в тон. Ребят, дайте по шаманам кас. А то кулак дали зачем? Мне надо на секунду ливнуть рейды, чтобы ты дал назад. У меня хилбот вниз какого-то хера улетел. Мне пофиг. Сейчас я брелот делаю. Но
Я ставлю на скорость атаки, а тогда экзек на скорость каста. Жрецам каску просит белый чат. Читайте, паладины. В редер даю. Он даст. Скоро там 42%. Ловите. Садись. Первый антифер я на тебя закинул.
Видать, да. Три хила упал. Ангел срывает игру. Дай ему бдилку. Всем здорово. Привет. Привет. Да, захожу. Сейчас скажешь, я закину еще один. Да там целый рейд уже подлетает. Говори за себя, Трал. А зачем нам ДК?
Уже захожу. Тыкните. Празднуют, что они положили с первого трая. Горн я заменю легко. Я на милишников ставлю все тотемы. Ладно, я пока в другой канал, если нужен, буду, зовите, пока грузится. Каску Шаму дайте, ребят. У нас вора нету. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими пациентами. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды... Ну, он в смысле в Долоране был. Сейчас я его бы призвал. Все. Сейчас он у меня серым висит. Ну да, на мах и так как бы не в рейде. Она покашил просто, наверное. Это кто тут на F-кашил? Я вне огня. Хороший вопрос. Зеркаль без. Забери.
следующего бойца. На арену выходит ледяной лёд. Сражайтесь или погибните, герои! Добрый день. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Благодарю, Верховный Лорд! А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ну, на варе можно посмотреть, открываешь персонажа, вкладку «Магия». И там... Ну да. Это, скорее всего, стрелы маговские. Призыва. Ты покорен мне, демон. Ну, когда он вступит, баф появится. Только 5% от текущего СПД лока, и все. Или 15, я не помню. Каждому человеку по тринке нормально? А ну еще больше сейчас, сколько сейчас? Че, мы опять 4 танка? Кушать. Костыль убил.
точно я сбиваю. По КД. Хиламу каким-то утешение надо? Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. На хапала идет? Не, на хапала херово идет. На щитку не надо. Тогда пропустите, я наконец-то его возьму, блядь, по мане может садиться не надо. Ну, Альтерак, а ты ж сова. Зачем ты ролил утешение? Шансонгу надо бы. Хочет давать, будет хилить тогда. А не, он оставил себе, я так понимаю, не хочет. Нету.
А чем может быть Геро, ребят? Бельвилле. Карта, кто-то дал циклон. Еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. О, у меня. Бля, это боешка. Я думал, он не боешь. Что тебе угодно? Я не читал. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Thank you.
там еще Вилли и твой хозяин просится в пати. Нет. Я-то учу свою. Ну, шутился, когда обычно на КТ. Я. Скажите, пожалуйста, что она не боешная, блядь. Не боешная. Это сроду не я. Привет. Всего ты хорошего. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Шредер, нахуй тебе эта шея, если у тебя 260? Мне, Фордринг.
Ну окей. Да-да. Это убили жукань. Не-не. Зарылся. Он пропал, а не умер. 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 Стоит портал. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Тайный маг, дай с тобой сцеплюсь. Пойду покурю.
чё, первая голая магия?